الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашел в рай, он услышал там звук, похожий на звук сандалий, или на что-то движение, то есть шуршание обуви. Он спросил ангелов, что это за звук? Он видел рай, видел то, что будет внутри рая в будущем. И он видел, кто войдет в этот рай. Ему ответили, это Биляль ибн Рабах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, удивился. Потом он пошел к Билялю и спросил его, «Как ты думаешь, из-за какого твоего дела ты зайдешь в рай, о Биляль? Что это за вещь, которая заведет тебя в рай?» Биляль начал думать. Он делает намаз так же, как и остальные, держит уразу так же, как и остальные, читает Коран не лучше других. Однако в Биляле была одна отличительная черта, которая редко встречается среди остальных людей. Биляль, да будет доволен им Аллах, постоянно и всегда оставался в состоянии тагары, чистоты. Все свое время он был на омовении. Не только для намаза. Как только омовение нарушалось, он сразу же брал другое омовение. Но и это еще не все. Когда он брал омовение, сразу же после этого он совершал два раката намаз. И это сунна. К сунне относится то, что когда человек делает омовение в любое время, после этого он делает два раката. И даже в то время, когда намаз делать запрещено, эти два раката делать можно. Таким образом, попробуй сегодня сделать себе такой день. На омовении. Даже если это будет единственный день в твоей жизни. Потому что в человеке, который находится в состоянии ритуальной чистоты, есть баракат. Тот, кто ходит в состоянии ритуальной чистоты, может прикасаться к мусхафу Корана, делать намаз в любое время. То есть он ко всему этому готов. Да и само по себе омовение – это разновидность защиты для этого верующего. Тагарат – это чистота. И это тоже еще не все. Всевышний Аллах любит очищающихся. إن الله يحب التوابين يحب التوابين ويحب المتطهرين. Если мы разделим иман на две половины, то чистота будет половиной веры. Половина веры – это чистота. Чистота относится к нашей религии. Поэтому я хочу, чтобы ты попробовал хотя бы один раз в твоей жизни. Попробуй день своей жизни провести в состоянии ритуальной чистоты. Конечно, если человек заснул, то он заснул. Все, как только он проснется, даже если это не время намаза, пусть он встанет и сразу же сделает омовение. Когда же он сделает омовение, пусть сделает два раката намаза и продолжит оставаться в состоянии ритуальной чистоты. Каждый раз, когда он справит свои естественные потребности или каким-либо образом нарушит омовение, сразу же, даже если еще не время намаза, пусть он сразу же идет, делает омовение и два раката. Допустим, через 2-3 часа его омовение нарушается. Он сразу же идет и берет омовение. Сразу же делает. Сразу же. Даже если это еще не время намаза. А потом молится два раката. Можешь ли ты так сделать? Чья жизнь была такой? Биляля, да будет доволен им Аллах. И я хочу, чтобы ты попробовал прожить так один день, чтобы понять, какой была вся жизнь Биляля, муаддина, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Этого чистого, терпеливого человека. Одного из первых, кто зашел в религию Всевышнего Аллаха. Он не хотел проводить даже один час своей жизни без омовения, вне ритуальной чистоты. Мой любимый брат, моя достойная сестра. Вопрос омовения – это непростой вопрос. Когда мы берем омовение, наши грехи и прегрешения падают с нас, с последней капли воды. Когда человек моет руки, а сколько запретного он сделал своими руками, с него падают его грехи. Когда человек протирает свое лицо, грехи, которые совершались глазами, носом, языком, сыплются. Вместе с этим омовением, вместе с полосканием рта, грехи падают. Грехи падают даже с рук и ног. И не только. В судный день ты придешь с сияющим лбом, руками и ногами. Придут верующие люди, и каждый будет источать свет.
со своего лба, кистей, рук и ног. Из-за чего? Из-за омовения. Мало того, если человек сделал омовение, а потом сказал после него дуа вуду, для него раскроются 8 врат рая, и он войдет через любые из них, какие пожелает. Постарайся сегодня. Прояви в этом вопросе инициативу. Если ты слушаешь меня сейчас, мои слова, на омовении, оставайся на омовении и дальше. И жди, если твое омовение нарушится, сразу же сделай новое омовение, даже если еще не время намаза, и сделай 2 ракаата. Если же ты, о тот, кто слышит меня сейчас, не на омовении, то иди и сделай омовение, даже если ты сейчас ложишься спать. Шейх, мне сделать омовение до того, как пойти спать? Да, даже до сна. К суне относится то, чтобы не спать без омовения. Но я не буду делать намаз. Да, но того, кто засыпает на омовении, хранит Всевышний Аллах. Постарайся всегда быть в состоянии чистоты. И достаточно гордости тебе будет от того, что Всевышний Аллах любит очищающихся. Да очистит Аллах наши тела и сердца. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خلاً.